Карелии всего 12 заслуженных мастеров спорта России. Владислав Ларин в их числе. На 5-м съезде работников физкультуры его и других молодых спортсменов республики награждали сертификатами на стипендию от главы Карелии. В свои 20 с небольшим Владислав уже чемпион России, Европы и бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо. Ну, это упорный труд, во-первых, в зале. Ну, тренироваться, еще раз тренироваться, показывать результат на всероссийских, на международных соревнованиях. Раньше в Карелии развивали только два базовых вида спорта – лыжи и бокс. Теперь в этом списке почти 12 дисциплин, среди которых спортивная гимнастика, гребля и даже го. Но есть и над чем поработать. Необходимо сохранить и развивать детско-юношеские спортивные школы, усиливать их материальную базу, финансирование. Не забудут в министерстве и о простых физкультурниках. Работники спорта продолжат развивать инваспорт в республике, популяризировать ГТО, а на предприятиях планируют возродить спартакиады. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».